Всем здорово, всем привет. В наше время, в 21 году, в 21 веке, в основном все пользуются социальными сетями и знакомятся в основном именно там и так. Но все-таки для меня очень важным моментом все-таки является визитка. Я специально взял немного визиток себе для того, чтобы проанализировать, как сейчас в 21 веке народ использует визитки. И вот моя визитка, пожалуйста. Заодно можете подписаться на Инстаграм. Это визитка четко на Инстаграм. Для того, чтобы у меня не мялись вот эти вот визитки, потому что на данный момент они у меня находятся именно в карманах, в различных. Я заказал себе визитницу. И визитница приходит вот в таком пластиковом пакете. Ну, собственно говоря, как обычно. И данный пакет мы сейчас будем с вами резать. Режем мы, естественно, танто. Давайте сделаем вот такой момент и посмотрим, что нам пришло. Это видео сегодня будет в виде просто распаковки и небольшого обзорчика. Итак, поставляется вот в такой абсолютно черной коробочке. Нигде никаких сколов, ни порезов, ничего не вижу. Дальше у нас идет просто пакетик. И в пакетике находится визитница. Больше в коробочке у нас ничего нет. Нам она, в принципе, не нужна. Пакетик не запакован. И здесь мы видим саму визитницу. Я заказывал синего цвета. И, по-моему, она именно синего цвета. Но она такая темноватая. Темно-синий цвет. На мой взгляд, сделан достаточно приятно. Во всяком случае, на ощупь очень приятно. Вот эти покрытия, которые вы видите, блестящие, да, они, безусловно, оставляют пальцы, отпечатки пальцев. Здесь есть магнит, ребят. Почему я выбрал? Вот она на магните, вот так вот выглядит. Значит, мы убираем бумажечку. Здесь у нас получается сталь везде. Вот. И здесь у нас тоже такое же металлическое обрамление. То есть здесь, конечно, у нас не кожа, здесь кожзаменитель, скорее всего. Но вот он, смотрите, открываю, и вот он автоматически, ну как, не автоматически, но магнит, кстати, довольно сильный. И магнитом с помощью, вот он закрывается достаточно сильно. Теперь давайте посмотрим, говорят, что сюда входит порядка 23 визиток. Итак, стандартная визитка моя легко вошла. Кстати, я забыл сказать, ребят, что вот здесь бархат. Ну, или под бархат что-то. То есть вам должно понравиться. Итак, ребят, мы берем достаточно большое количество наших визиток. И давайте мы их сразу сюда уложим. И даже это еще не все, в общем. Сейчас давайте посмотрим, уплотним. Так, не совсем понятно, как-то сделаны визитки с какой-то стороны. Ну, в общем, не важно пока. Продолжаем. Так, ну я думаю, что вот это вот максимум, как раз максимально. Итак, вот мы закрываем. Вот она достаточно плотная, приятная. Ну, ребят, классная вещь. Я однозначно рекомендую. И дизайн я выбирал именно под свой строгий стиль. Открыли. Отдали человеку, закрыли, ну и, соответственно, положили себе в карман. А здесь визитки выглядят вот таким образом. Они полностью не заходят, потому что с этой стороны тоже закруглено. Естественно, внутренняя часть ушла дальше. Вот такая вот штучка. Лично мне очень по душе пришлось, и я вам ее рекомендую к покупке. Ну что ж, на этом все. Ребят, спасибо, что были. Всем удачи. Пока.